Да, вас поймали. Но не переживайте, ведь это же еще не конец. Давайте перенесемся кое-куда. Ох, мне сейчас успокоить то, чтобы я сомневаюсь его зайти. Но ни слуху, ни духу уже почти второй день. Нет, мне это уже не нравится. Я его уже так много времени прошу. Не будь я его, младшая сестра, я бы так не переживала. Твайлайт, ну естественно, он бы тебе не разрешил идти с ним. Ведь ты могла хотя бы попытаться спросить его. Ну уж нет. Хочешь не хочешь, Шайнинг, а сидеть сложа копыта я не собираюсь. Прости, Спайк, я должна ему помочь. Но с чего начать? Точно! Надо поговорить с главным человеком, который ведет двух других человека. Сирили, я думаю, поддержит мою часть. Так, надеюсь, не ошиблась. Похож на короля. Может спросить его? Может он знает, где мой брат? Еще одна кобыла в моем замке. Прошу прощения. Вы уже видели таких, как я? Да. Я видел двоих. Розовую кобылу и... сине-белого жеребца. У него грива сине-бирюзового цвета. Это мой брат. Значит, он говорил с вами. Скажите, пожалуйста, куда он направился? Он отправился в небесную тюрьму. За ним из камней. За ним из камней. Разве он не рассказывал? Нет. Он мне вообще ни о чем не рассказывал. После как он спас меня от бандита, он мне ничего не говорил. Вот как значит. Что-то я не представился. Я король Борон. А вас? Ой, извините, сама не представилась. Я Твайлайт Спаркл. Ваше Величество! Ваше Величество! Что случилось? Мы получили послание от Айвана. Это не к добру. Читай. Борон, у нас для тебя небольшой сюрприз. Мы схватили твою семерку. Если хочешь вернуть ее целой невредимой, заплати 10 миллионов золотых. И тогда я их отпущу. Если откажешь, я пришлю их расчлененные эти останки к твоим ногам. Если не веришь, держи то, что они держали в своих карманах. И деньги мне не нужны. А у тебя на раздумье один день. Я жду. Печать принадлежит Айвенскому королевству. Что? О нет, и мой брат там. Что он передал? 4 камня и прочие вещи, ваше величество. Все ясно. Ты свободен, солдат. Понял, ваше величество. Нет, 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 я должна была пойти с ним. Нет, я их спасу. Я прекрасно понимаю, что они пошли на это ради блага вашего мира, но я не позволю этим злодеям убить моих брата и подругу. Прежде всего, девочка, ты должна успокоиться. Как ты собираешься ему противостать в одиночку? Я мог бы заплатить ему. У меня нет таких денег. А я не собираюсь взять это одна. Я соберу свой отряд. Да, с Блэк Джеком и... в общем, вы поняли. И магами. Да, магами. И примерно я знаю, кого именно. Ждите, я скоро вернусь. Не, девочка, ты знаешь, что ты делаешь. Итак, Леон, Ада, Майлз, Прауэр, то есть Тейлз. Кого же мне искать среди ваших друзей? Эх, логики Пинки Пай сейчас не хватает. Может получится проникнуть их мозги? Некоторое время спустя... Ясно, остался когда не добраться. Стоять не с места! Рейбоу Дэш, нельзя же так пугать! А ладно тебе, тварь, кому-то ты не знаешь, как я появляюсь. Ты что-то хотела? Говори быстрее, мне треми. Я хотел тебе взять про книг, про Дерек Ду. Давай тебе перечитать все, от начала и до конца. Бери, какие тебе нужно, а мне нужно спешить. Твайла, в чем дело? Мне не нравится твоя спешка. Ты куда-то торопишься? Письмо Селести ты 2 дня назад написала. Помнишь, я рассказывал, где Шайнинг Армор и Пинки Пай? Естественно, там еще человеки и Сивили с 2 хвостами и... Вот из всех обалденных историй, которые можно вляпаться, это самое-пресамое обалденное. Так вот, тут сейчас беда. 3 словами. Они в плену. Какого сена? Как? Кому они нужны? Стали за 100 литров сидра. Человек, назвавший себя Айвоном, больше ничего не знает. Так чего же мы ждем? Нужно собирать подлогу и идти к ним на выручку.
рыбу, пока будем собирать помощь в Эквестре. У нас уже не будет времени, и не хочу в это втягивать принцесс, уж тем более Кейденс. И что ты предлагаешь? Я собираюсь собрать свой отряд! Да, про Блэк Джек я молчу. Можно? Звучит глупо, но я думаю, что лучше будет, если в отряде будет еще человек и двуногие животные. Да ну. Идея, как по мне, неплохая. Единственное, что меня интересует, то откуда тебе знать, кого тебе искать? Я уже давно знаю кого. Но небольшая сложность, я делаю только их образы. Имена я не знаю. И есть вероятность того, что они нападут на нас. Все ясно. Я тогда пойду, предупрежу подруг. Стой! Это слишком рискованно. А вдруг мы угодим в лапы к этим гадам? Тогда мы окажемся в больших неприятностях. Зачем лишний раз о нас волноваться? К тому же, если ты им скажешь о том, что мы пошли другими, они обязательно предупредят принцесс. Или сами станут искать путь туда. Что тоже опасно. А что мне тогда делать? И сидеть же и ждать. Стоп. Ты сказала мы. Ты и я. Мы пойдем вдвоем. Тогда будет только... нас будет шестеро. Чья нас? Нам нужно взять с собой похожих ребят. Для преимущества. А с нашими подругами силы не равны. Сама подумай, в другом мире, мы поняли, против сотен всяких существ и человеков. Вот так мы точно проиграем. Судите меня, тварь. Да и вообще, ты права, рисковать подругами будет излишним. Да и мало ли, а имеется какой-нибудь сгоря, и все. Куда тогда направляемся? Я не знаю, куда точно, но думаю, что эти человеки нам помогут. Ну же, Леон, отвечай! Черт подери! Он все еще не отвечает? Не отвечает. И главное, 2 дня назад был на связи, а сейчас как сквозь землю провалился. Что ж с ним произошло? Ой, да ладно вам, Люда вечно вляпывается. Тем более, что после событий в Ракун-Сити, он же как бы попал на службу, в секретную службу, то есть которую охрану президента США, а у них там свои тараканы. Человеки, прошу меня выслушать. Какого? Крис, стой! Да, надо так реагировать. Я знаю, что мы ни разу не видели говорящих пони. Но это не значит, что на них надо направлять пистолет. Ребят, мы с миром пришли. И будет неплохо, если опустить свое оружие. Чем бы оно ни было. Убирать пистолет. Прошу прощения! Мы внимательно слушаем. Только представьтесь первым делом. Вот это мне нравится. Первым делом манера, потом уже можно и угрожать. Я Twilight Sparkle, а это Rainbow Dash. Вы человеки, как вас называть? Во-первых, не человеки, а люди. А во-вторых, мы Клэр и Крис Редфилды. Ага. Я и подумал сначала, что как-то неправильно мы на человек. Ваш род называем. Ближе к делу. А, да! Вам знакомы такие имена, как Леон и Ада? Вы говорите Леон и Кеннеди? Второго мы не знаем. Ой, да ладно, Клэр. О ней как раз Леон мог говорить. Проговориться точно. Я не знаю его фамилии, но он был в синем костюме, на груди написано Raccoon City Police. Raccoon Police Department. Ну да, полиция Raccoon City. Это он. Где он? Он в другом мире. И они там не одни. Там были лис с двумя хвостами, еще один человек, гоблица и жеребец. Последний мой брат. Вашего друга схватит тупо не поймай Айван. И я собираю команду для того, чтобы с ним разобраться. Леона поймали? Опять поймали. Ну да. Ах, полиция. You put your life on the line, nobody appreciates that. Простите. Проклятие. Ну что значит, в чем дело? И как долго Леон и Ада там? 2 дня. Вот именно в этот момент он и пропал. Так вы идете с нами или нет? Конечно идем! Если бы не он, Клэр бы не дожила до понедельника. Было бы очень интересно знать, что у вас за авантюра. Тогда отправимся в Эквестрию. Куда? Вот блин! Ну хоть предупреждайте! Ну ч... Ой, фу! Люди, добро пожаловать в Эквестрию! Сейчас вы в моей библиотеке. И это у тебя столько книг?
Мама дорогая. Ну сейчас кого-то у вас нет чел... людей. Людей, которые хранят такую кучу книг. А всяком случае, такие люди редкость. Литературу читать тоже, что науку почитать. Значит, тут у нас книжечек? Много читать не вредно, конечно, но только непонятно, как ты это все укладываешь в голове. Да, я такая. Рейнбой даже меня яйцеголовой называла, пока сама не стала такой. Вы сейчас подождите здесь, мы еще сходим за Кэйпони. Это друг у хвостого лиса. Попытаемся быстро, но пожалуйста, не трогайте книги библиотеки. Не хочется наводить порядок после вас. Не волнуйся, не будем. Смотрите у меня, я изусть помню, где в каком месте лежит каждая книга. По алфавиту справа налево и по жанру, от истории до сказок. Сама справишься? А то я думал, что дипломатия может и не помочь. Я в том смысле, что этих ребят не знаешь, и что они могут напасть. Я и Рэйбоу Дэш разберемся. К тому же, я не могу телепортировать слишком много. Так что брать вас с собой будет для меня лишней нагрузкой. Я лишь прошу одно. Не трогать мои книги. И езжайте, чтобы Спайк вас не видел. Это твой питомец? Собака или кошка? Дракон! Ой, нисколько уже не удивляюсь. Ха, вы даете. Дракона никогда не видели. Ну извини, не в фэнтезийном мире уродились. Откуда нам знать, что тебе сторож какой-нибудь с острыми зубами? Принято. А, вы бы не узнали. Вы все равно не попадитесь им. Мне же хуже. Ладно, ищи кого надо. Крис, что думаешь? Забавная история, мы с тобой вляпались. Что тут сказать? Я думаю, это лучше, чем сражаться с зомби. Думаю, точно так же. Клэр, ты что, сдурела? Ты помнишь ее наказ? Она нас на закладки для книг нарежет. Ну я же осторожен. Тебе самому не любопытно? Она использует магию. Кто знает, а вдруг и мы сможем? Нет, я лично не хочу. Не так хорошо. Если Твайлайт так серьезно относится к своим сокровищам, то лучше их не трогать. Крис, скажи честно, ты ее боишься? Нет. Просто потом она вас шумит, вас что-нибудь превратит. И гадай после этого, как снова человеком стать. Убедил. Но я все равно посмотрю, что здесь есть. Вину возьму на себя. Так, кажется, на месте. Твайлайт, ты глянь, как тут красиво! Так классно! Соглашусь, тут очень красиво. Скорее всего, мы на зеленом холме. В зоне зеленого холма. Но мы тут по делу, не забывай. Ладно, говори, кого искать. Здесь должен быть синий еж. Но для ежей этот уж очень, уж слишком быстро. В каком смысле быстро? Я вроде учился в школе и часто вижу животных у Флаттершай. Ежи очень медленные. Этого ежа исключением из правил. К тому же мы в другом мире. Поэтому и логика другая. Например, тот же лис с двумя хвостами. Я бы тут вставил кое-какой комментарий, что на самом деле это не другой мир. Это просто другое время для Земли. Ну, согласно одной из теорий, планета Мобиус и Земля — это одна и та же планета. Просто в разные периоды времени. Как так получилось, что животные вдруг обрели разум и прочее? Все просто. Человечество умудрилось бомбить себя ядерным оружием до такого состояния. Те, кто выжили, укрылись в бункерах на много лет, пока радиация не упала до допустимых норм. А животное ДНК спаялось с человеческой под воздействием очень сильной радиации. Ну и мы имеем Мобиус в таком виде, каком он есть. Я еще судишь, от твоего уровня недалеко. Ау! Приятель, смотри, куда бежишь! Больно же! Так и можно убить сразу! О, черт, если я только что врезался в пони? Если я ему так шутил, то это не так и не смешно. Нашел чему меня удивить. Послушай, жеребец, мы не знаем, кто такой этот Эгбан и как там его назвал. Мы его даже глаза не видели. Тогда прошу прощения за столкновение. Я весь внимание. Вы тот синий еж, которого мы ищем? Поправка, на Мобиусе есть куча синих ежей. Например, дядя Соника, сэр Чарльз, родители Соника. Они тоже
синие ежи. Удивительно, да? А вы видите других синих ежей? Поискать можно, Соник, так что и не язви. Нет? Так вот это потому, что ты не яисы и не повторимый. Я Соник! Ёжик Соник! А вас как звать? Рейнбоу Дэш! Самый быстрый пегас из всей Эквестрии! Твайлайт Спаркл! Рейнбоу Дэш, думаю, ему твой статус ни о чем не скажет. Да прям не скажет. Самый быстрый, говоришь? Да, по-моему, на нас стоит однажды пробежаться. Проверим друг друга. Я бы с радостью давил. Твайлайт, рассказывай ему, что к чему. Матеус! Серджо Бонифаций, если ты когда-нибудь выучишь некоторые вещи, станет всем легче. Потому что Тейлз катастрофически не любит, когда его зовут Майлз Прауэр. И к слову, Майлз Прауэр это еще и другой персонаж. Можно сказать, анти-Тейлз. Поэтому это очень важный аспект. Да. Тейлз? Какого? Что с ним? Мы его 2 дня ищем. А еще вчера Эбби пропала. О, ну какой праздник, да? Тейлз в другом мире. Ну, блин, вместе с моим братом. Его схватил некий Айван. Там еще люди и наша подруга. Я собираю отряд, чтобы их спасти. Тогда какого черта мы тут стоим? Надо его спасать. Я думаю, Эбби там же. Хотя, с другой стороны, я бы хотя бы не было рядом, когда я проснулся. Значит, ты идешь? Хорошо, осталось. А ну, попридержи коней. И откуда, и куда этот синий колючий быстряк намылился с 2 лошадьми? Мы пони! Мы пони! И тебе привет, Наклз. Нашелся Тейлз. Он в каком-то другом мире. Скорее всего, Эми там же. Мне эти 2 пони рассказали об этом. Вот и я собираюсь пойти с ними. Кстати, познакомить-то надо. Твайлайт и Рэмбоу — это Наклз. Наклз — это Твайлайт Спаркл и Рэмбоу Дэш. Рада знакомству. Ничего себе, для Ихида ты довольно крут. Эпплджек бы такие лапы пригодились. Не понимаю, это, конечно, о чем ты, но за комплимент спасибо. В другом мире, говоришь? И ты пойдешь с ними один? Эбу я все равно не видать, так что можно пока не суетиться. И раз уж предлагаешь, хочешь с нами? Веселуха будет отпадная! Если, конечно, твои подруги не возражают. А то мы бы возражали. Конечно, не возражаем, но помощь любая будет позарез. Тогда веселье будет хоть отбавляй. Ну хорошо, тогда возвращаемся. Все равно, Клэр, учитывая то, что этот единорог использует магию, она нас на барбекю сжарит. Не трусь уже, ладно? У них много интересных заклинаний. Будет жалко, если я их не посмотрю. Так, мы вернулись! Ты все-таки брала мои книги, я... вас убью, но после того, как мы все закончим. Бесится. Не зря злишься. Я вам ваше заклинание и я могу использовать. Не верю. Докажи. Да. Как? Нашу магию? Невероятно. В голове не укладывается. Наверное, знаешь вопросом, как у меня получилось? Прочитала, выучила, сделала. Все просто. Я смотрю, кое-кто такого не ожидал. Да если честно, я сама в шоке. Твайлайт говорила, что не все люди используют магию. А тем более наш. Где это видано? Ну, так убивать нас не будешь, а то мы уже завещание не написали. Нет, по такого не буду. И, кстати, Спайк вас не видел? Видел. Паникует. А-а-а! Дискорд, меня потеряй! Мамочки, Пресвятая Селестия! Он же сейчас сообщит про вас! Надо было! Да успокойтесь, шучу я. Я же знал, что ты спросишь. Вот и решил невишки пощекотать. Крис! Еще не такой розыгрыш. Я на тебя на Луну запущу! Все-все, предупреждение учел. И кто-то у вас? Йоши и Хидна? Забавно. Потом я забавен. Или думаешь, я не зайду тебе кулаком в лесу, в лицо? Наклз, ты разговариваешь с человеком, который, находясь в вулкане, голыми кулаками, заставил камень прыгнуть в лаву, чей столкнул в
лаву. Голыми кулаками. При этом не имея суперсилы. Жеребцы, не ссоримся. Сейчас станет к месту. Ну, раз уж вы на нервы, я скажу. Крис, Клэр, это Соник и Наклз. Соник и Наклз, это Крис и Клэр Редфилды. Взаимно. Ну что, команда готова? Да, но для начала нам кое-что надо обсудить. Значит так, команда, у нас очень сложная операция. Мы должны спасти друзей. 3 человека, 2 пони и, предположительно, 2 животных. Возглавлять эту операцию буду я. Хотел бы узнать, почему ты? И почему не я, не Соник и не Наклз? Потому что я вас всех собрала. Одна, не считая Rainbow Dash. И да, я не лидер данной ситуации, но только я смогу вернуть вас назад. То Ниппа не возражает? Я молчу и не спорю, как хочешь. Мне главное, чтобы Тейлз был целый и невредимый. Вообще, спасибо, забыл сказать. Поддерживаю. Я вообще за. Тем более, 3 против 2. Итак, сейчас мы отправляемся в замок Борона. У нас осталось примерно 20 часов. После этого наши друзья умрут. И как мы только туда попадем? Что дальше? Дальше будем думать, как пробраться в замок Айвена. Возможно, Кроун знает способ. Но перед этим, нам надо снарядиться, а денег у нас нет. Причем мы не знаем, насколько эти ребята круты. Королю вернули все вещи, которые были у наших друзей. И деньги, думаю, тоже. А вот насчет их крутизны... Не знаю. Тогда еще вопрос. К примеру, имеешь представление о том, где их всех держат? Нет, не имею. Но все узнаем, когда мы там появимся. В общем и целом, я все сказала. Еще вопросы? Тогда вперед! Твайлайт, я приготовил копии твоих планов на месяц. Теперь, в случае чего, любая копия будет у тебя под копытом. Сама, главное, сказал. Никуда не уходи. А ее самой нет. Вот что это такое? Она это специально. Хотя бы там и свой плюс. Я могу сейчас спокойно пойти к Рэрити. Сиана помочь просила. Хочешь как хочешь, Твайлайт. Но твой помощник номер один идет помогать Анулине. Вы на месте! Ха, неплохо! Всегда вам так легко перемещаться, когда нужно. Что, ног уже не хватает? Ага, но своими кулаками следи. А то от повала деревьев они у тебя сдуются. Только на нервы мне не действуй. Слушайте, вы мне на нервы действовать начинаете. Можете хотя бы друг друга не обзывать. В конце концов, мы команда! Вот и славно. Это и есть король? А я даже рыцарские доспехи не взял. Да тебе бронежилет, а не доспехи, что ли? Ребята, посерьезнее! Да успокойся ты, Твайлайт, 20 часов, не 20 минут. Все успеем. Надеюсь. Еще раз здравствуйте, король. Я собрал отряд, и мы готовы отправляться за Айвоном. Хорошо. Что ты хочешь сейчас услышать? Есть способ пробраться в замок Айвона. Есть 2 способа. Первый — пройти через подземный ход. Второй — пойти на пролом. В первом случае... Мои люди нашли на вас дыру на одном из островов. Она пройдет вас под землей. Должно быть, она была ими создана для случая победы. Мои люди нашли недавно. Вы успеете до конца дня их спасти. Во втором случае уже очевидно. Но учти, тогда Айвон будет предупрежден о вас и, скорее всего, подготовится. Итак, какой вы путь выбираете? Вообще-то я бы выбрал оба варианта. Но сначала я покажу один, потом другой. Второй, пробиваться с боем. Не лечишь легких путей? Ну как знаешь. Думаю, мы все готовы. Куда идти? Наш корабль будет ждать вас на севере, в конце острова. А после плывите на юг.
и возьмите оружие, которое мне вернули. Спасибо вам. Идите, но будьте осторожны. Итак, ребята, у нас нет времени для отдыха. Мы должны спешить. Я обязан, Леон. Я дам какому-то Айвану его убить. Он и правда таким наделен. Ну да, учитывая то, что Леон технически спас Клэр дважды. В первый раз это когда они выживали в Ракун-Сити, а второй раз во время цирка с... в игре Обитель Зла Код Вероника. Там как раз Клэр смогла вызвать Криса на помощь через Леона. Так что технически он участвовал в ее спасении. Тейлс, мой друг, я все равно не брошу. За него я сделаю все, что возможно и невозможно. Ну и все невозможно приходится сделать из-за тебя, Соник. Потерпи, братец, я уже иду. Ну что ж, операция «Новая шестерка спасает друзей» началась. Какого сена? Что не так? У нас шляпа великой и могущественной Трикси. Что она здесь делает? Не из воздуха же эта шляпа появилась. А может немного прояснить картину? Это долгая история. Дайте угадаю. Это Трикси вам сильно насолила. И то, что ее шляпа у нас, это плохой знак. Ах, видя тебе ее лицо, Клэр, ты бы все поняла и без слов. Я так думаю, что до нас она встречалась с нашими друзьями. Возникает лишь вопрос, зачем она отдала свою шляпу, если она вся из себя такая? Ей лично без разницы. Шляпа и в Африке шляпа, неважно кто ее хозяин. А ты прав, Крис, в кои-то веки. Утка подгорает. We'll be right back.
Кого сейчас потрясет? Вас! Магия — это хитрость? Кто посмел так сказать? Да, то же самое скажите моим магам во вратах Бальдура. Это такая хитрость, что... Капец всем. Все бывает полезно. И не говори. Крис изучил навык спрей первой помощи. Ну и нафиг такое заклинание, которое может не сработать. Давайте лучше старую добрую, осколочную. Вам мало? Давайте дам вам еще. Всем хватит. Мило. Может сгодиться. Что, уже все? А я бы еще начисил морд в капусту. Мило. Может сгодиться. Дам я на него эту дыру. О, Селестия, что тут произошло? Хороший вопрос, на который нет ответа. Единственная мысль мне приходит в голову, этот порт покидали в спешке. Должен заметить, тут явно занимались промыслом. Тогда возникает вопрос, почему же столько мертвых? Или их под сокращение отправили?
Валение с летальным исходом. Это даже под какую-то степень гуманности не тянет. Если это Айвон, то зачем ему это было? Но мы не сможем это понять. У нас времени в обрез. Да, у нас сейчас мысли должны быть в другом месте. Пошли! Карасики. Магия — это хитрость? Кто посмел так сказать? Все бывает полезным. Народ, вы знаете, что сейчас будет? Йоло! Стой, кто идет? Месть на 16 ногах. Этот бандит был прав. Или это единорог? Это сестра одного из пленных. Немедленно сообщи королю о том, что враги на подходе. Есть! Далеко не убежи. Проклятие! Далеко собрались? Давайте не будем портить Айвону сюрприз. Лучше скажи нам, что Айвон замышляет. Я вам ничего не скажу! Как приятно, столько врагов. Аж размяться. Что можно сказать? Утка под краю. И снова буль-буль карасики.
Пони тоже умеет сражаться, и не важно с кем. Учитесь, терпение всегда вознаграждается. Чем больше сил, тем больше потрясности. Круто! Продолжи в том же духе. Крис, качайся побыстрее, тебе еще булыжники в вулканах ронять. Будь сильнее, Клэр! Стань быстрее, Клэр! Но кто сможет сравниться с ежом Соником? Только Метал Соник. Ой, поправка. Метал Соник по имени Шард. Он в 4 раза быстрее, охренительно коварный, и чертовски у него убийственное чувство юмора. Правда, его убивает вопрос о его личных аспектах, но это уже другой вопрос. А я только начал разогреваться. Все бывает полезно. Готов. Теперь подумай еще раз. Или говори, или до свидания. А вы будто не знаете. Деньги ему нужны, и все. Он на ваших друзей покусился. Ну это классик. Деньги нужны всем. Теперь понятно, ты свободен. Значит, из-за денег. Почему-то люди начинают выводить меня из себя. Надеюсь, ты про нас так не думаешь. Обидно будет, если я прав. Твайлайт, с этим ничего не поделать. Есть такие типажи людей, которым нужны деньги. Не все они такие. И, Твайлайт, будь и Клэр, и Крис такими, как этот Айвен. Думаешь, они бы сами помогать? Я думаю, друг для них дороже миллиона битов. Вот именно. Но даже если миллион не был в беде, мы все равно бы вам оказали услугу. Сейчас у нас общая беда. Мы должны доверять друг другу. Или я не права? Да, верно, просто... Опять нет. Волнуюсь. Да и за брата боюсь. Извините, если я вас обидела. Не бери в голову, все нормально. Я бы за брата тоже перегрызла глотку. Ну да, только ситуация выходит, что Крису приходится тебя спасать. Или Леону. А не тебе вытаскивать Криса из передряг. Закончили? Тогда пошли дальше, а то у меня кулаки чешутся. Даклс, ты сама практичность, черт тебя подери. Взываю к силам огня, ветра и воды. Да мне похрен, что там не так было. А сейчас будет народная песенка «Летят зубки».